нового года для работников здравоохранения в Московской области будут действовать дополнительные меры поддержки. 15 категорий медработников, которые снимают квартиры, получат компенсацию аренды жилья в размере 20 тысяч рублей. Медикам не нужно собирать бумаги, достаточно подать заявление на региональном портале госуслуг. Воспользоваться этой мерой поддержки могут как врачи-педиатры, терапевты, хирурги, онкологи, так и фельдшеры и медсестры. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение поддержать и водителей скорой помощи. На их плечи в период пандемии также легла колоссальная нагрузка. С 1 января они получат прибавку к зарплате в размере 7 тысяч рублей. А водители неотложек – 5 тысяч рублей. Больше станут получать и операторы поликлиник. С нового года им поднимут зарплату на 7 тысяч рублей.